Ой, здорово, молодцы парни. Ну или те хорошие люди, кто вот такие вот вещи оставляет. Привет, YouTube. Ну что, собрался я сегодня покататься немножко. Не собирался ничего снимать. Просто думал, немножко прокачусь и все, как бы, для души. Но так получилось, что снимать придется. Но речь пойдет не совсем даже о покатушках моих, потому что сегодня я не особо-то ничего не наснимал. Речь пойдет о людях, о моем отношении. В общем-то, я не очень толерантный человек. И... Но стараюсь соблюдать нормы приличия. Но некоторых людей хочется бить. Причем бить палками с гвоздями. Объясню, почему. Очень просто, потому что есть у нас люди, а есть уроды. Вот, собственно говоря, нашел я такую великолепную штуку. Здорово, да? Мне тоже нравится. А вот, собственно говоря, что она сделала с моими колесами. Ну и передняя. Передняя чуть получше, но оно сдувает точно так же. Почувствовал во время езды биение об корни. Как-то и начал руль уводить. Сразу понял, что что-то не то. Я покажу в видео, где я нашел эту штуку. Вот. Ехал я в сторону Палдиской. Вот. И по всем многим уже известным линиям, где здесь много квадроциклистов и на кроссовых мотоциклах люди ездят. И я буквально нечаянно ее нашел, я пошел проверять и увидел, она плавала наверху в воде. Может быть, она была даже не одна, их могло быть и несколько таких прекрасных штук. Может, я и не на эту наехал, а на другую. Но кто ее оставил, я вот, честно говоря, этой же штукой дал бы ему по лицу здорово. Теперь, так как мне ехать еще и по асфальту, и еще по лесу ехать, собственно говоря, не знаю, но выход-то я придумал. Я сейчас буду звонить жене, вечный помощник. Пойду к асфальтной дороге, она подвезет насос, я накачаю, квадрик придется оставить здесь, на свой страх и риск. Хотя, насколько я знаю, у нас уже угоняли квадроциклы. Даже из-под домов. Вот последний случай был в поселке Клога, насколько написано было в группе. Ладно, что, иду за насосом, накачиваюсь, еду домой, а вы едьте осторожно, смотрите внимательно. Хотя, если она лежала где-то в жиже, то, конечно, такую штуку не увидишь. А так, подписывайтесь. Всех удачных покатушек. Все, пока-пока. Бобры, понятное дело, делают плотины, потом образуются болота и все такое. Но в данный момент реально братья наши меньшие мне помогли и, собственно говоря, сделали для меня мостик, по которому будет удобно идти. A few moments later. Ехал я вот отсюда в сторону железной дороги, в сторону Палдиски. Вот такая вот штука. Может быть, здесь валялась, может быть, еще где-то такие раскиданы. Я не знаю, одна она или несколько.
Но сделала сегодня мой день. Здорово.